Всем большой привет, канал Багроссо для наших новичок. Ну что, продолжаем новый мировой порядок, двухнедельные события. Погнали, что там у нас, какая платформа следующая будет. Медицинскую платформу сделали, развитие базы сделали. Ну давайте еще попробуем, знаете какую, где дают, хотел сказать, золотишко. Ну практически да, ценные металлы, надеюсь, у нас игра не заглючит, будет все хорошечно. Сделаем мы, как говорится, я каждые две недели делаю эти задания, добываю здесь солдат. Так, что у нас высокое? Новый мировой порядок. Похитить зенитных орудий 2, обезвредить охранников пистолеты 7, похитить охранников 10, обезвредить охранников 15. Успешное проникновение, время до 480 секунд. Успешное проникновение без убийств, без тревог. Это о чем говорит? Значит, мы можем брать любого бойца, то есть с уровнем 2.0 ранга и 1.0 ранга. Значит, что я сделаю? Я возьму Снейка, так как он с рангом 1.0, ну он быстрее, мне шпионские очки не нужны, то есть ему дадут всего 3000 где-то шпионских очков, а если я возьму 2.0 ранга, дадут 6000. Так, мы сделали платформу развития, платформу медицинского отряда, давайте я еще сделаю научно-исследовательскую платформу. Вы видите, тип оружия нелетальное у ботов будет, значит мы берем тоже усыпляющее. Так, погнали, да, высаживаюсь я вот здесь, смотрим, что у меня по оборудованию. Так, на предыдущих заданиях я контейнеры почистил. Здесь вроде бы на этих базах их не будет, да? Выбор оборудования. Основное. Почему я взял вот это оружие изначально на других платформах? Ну, это я просто тушил пожарную сигнализацию, так скажем. Все, больше нам не нужно. Ну, и оно слышимость, в принципе, они его слышат. Так, что по другому оружию? Сейчас я беру, иду на научно-исследовательскую базу. Но там такие ребятки, что лучше я возьму все-таки еще дополнение... Подожди, дружище, куда ты спешишь? Да что с тобой? Вот, дополнение возьму все-таки вот это оружие. Оглушающее. Так, вот оно у меня в разработках есть. У кого нету, разрабатывать очень полезная штука. Не убивает, хорошо оглушает. Устанавливается все на него хорошо. Все, взяли. Увидели, помповый дробовик. Так, потом, что с винтовкой? Вот эту винтовку я почему взял? Во-первых, у меня стоит здесь вот эта винтовка, вот у меня есть две. Эту почему я не беру винтовку? Ну, потому что она будет с двух выстрелов. Да, она хорошая, все дела, но надо будет с двух выстрелов. Да, и она многозарядная, ну, то есть заряжается. А эта винтовочка, она тут за болтовой затвор, она будет перезаряжаться. И почему я вот здесь восьмерку не взял, восьмого уровня? Ну, мне здесь не нравится прицел, поэтому я пошел вот сюда и взял вот эту. Вот видите, здесь тоже восьмерка, но я ее не буду брать. Вот. Мы берем шестерку. Ну, шестерку, могу пятерку взять. Беру шестерку, ну, тут два, как говорится, положение на глушитель стоит. Здесь один, одного тоже хватит, в принципе. Ну, ладно, я уже беру два. Все, взяли. По вспомогательным, вот он, пистолет. То есть, если вы возьмете вот эти пистолеты, да, они ВУ пистол СПБ, да, бесшумный пистолет Прангер номер 2. То есть, вот эти будут с двух раз тоже, так же, как и та винтовка убивать. Поэтому я взял вот этот пистолетик, все как обычно. Он у меня тоже в разработочках стоит вот здесь. То есть, я им постоянно пользуюсь, которые постоянно пользуются, они у меня все находятся вот тут. Ну, в принципе, могу его здесь также взять, видите, то же самое. Разницы нет, он просто у меня здесь синего цвета. Как бы сделан, а здесь обычного цвета. Все. Что еще можно? Так, по оружию поддержки. Все. В предыдущем задании по платформе медицинской я не взял с собой дымовую гранату. Здесь обязательно возьму, потому что здесь ребятки с разных мест могут выходить. И нам желательно эта граната для отвлечения. И на платформе медицинской тоже ее желательно было брать. Оглушающую вы сразу спалитесь, усыпляющая на них действовать не будет. Ну, что-то можете другое. Можете там взять, допустим, чтобы их отвлекать, можете взять вот магазин еще можете взять. Что еще можете взять, знаете, что для отвлечения? То есть вот эти приманки активные. Оглушающая приманка, кстати, вот можно, я не знаю, попробуем или нет. Ну, попробую, возьму для этих ребят. Потом какая активную приманку можете взять. Да и вообще просто приманку. Это я так говорю, чтобы для новичков, кому это надо будет. Все, а больше здесь, в принципе,
ничего не пригодится. Ну, для, если вы убить захотите, то тут куча всего всяких взрывов, обрывов. Также вы можете взять. Просто если вам пройти и вам надо забрать ресурсы, вы не парьтесь, не делайте цели. Берите прям огнестрельное оружие и просто всех подряд валите и проходите в дверь. И вам дадут то же самое. Фарм ресурсов будет тот же самый. Не надо будет не бегать, это интернет-ресурсы. Так, на кацанин я всегда с собой беру. Тем более в этом задании, потому что я сейчас хочу без очков играть. Все, чтобы лучше видно было. Ну, вроде бы все объяснил. Все, кто по целям не надо, вот это самая главная подсказка. Если фармить, берите прям огнестрельное и просто всех валите. Если вам не надо, сделать 7 из 7. За 7 из 7 ничего не дают, кроме того, что вы больше очков получите, чтобы выкупить там солдат и необходимые вам предметы. Все, погнали. День, как обычно. Так, все, загрузилось. Ну это ж хорошо, так, рога у нас нету, или осколка, как называют, как его убрать и отмыться от крови, это все на канале Брошенный Новичок. Если доберешься до центра передовой базы вражеского чувака, ты сможешь покинуть ее работника. Все у меня где, находится, где фармить ресурсы. С нетерпением жду встречи с Лавранцем. Если не находим, задаем вопросы, все подсказки. А вы, конечно, подписывайтесь, ставите лайки, т.д. и т.п. к нему прилегающие. Комментируем, не забываем. Ну, про колокольчик тоже. Ну все, полетели. Попробуем, получится, не получится у нас это задание. Включаю на кацианин, так как по просьбе телезрителей я иду без очков ночного видения. Что, конечно, мне немножко усложняет задачу, потому что я привык работать с ними. Но раз без них, значит без них. Ну, попробуем, что, как получится. Стараемся цели делать сразу по ходу пьесы, но не всегда это получается. Ну, как-то так, потому что вот эта эвакуация... Тут неудобно, еще запоминаешь, что надо с пистолета столько-то там попасть. Ну, короче, вот эта фигня сбивает. Поэтому по возможности делаем сразу, что получается. Вот поэтому, особенно на этой платформе, тяжковато. На платформе развития базы это легко делать. Сразу везде раз-раз-раз подобрали, сделали все функции, опции и забыли. Опция отца сделали и все. А тут не получится. Как бы тут хорошо, в принципе, всех убрал с пистолетом. Пока. Надо хоть какие-то задания сделать по-быстрому. Но я имею в виду вот эти вот мелочные. Чтоб убрали, забрали всех, эвакуировали. И все. А то сейчас, блядь, касатка. Ну, это нам не привыкать. Видите, пистолет еще не весь сделался. А сейчас где вот сейчас? Бежать, не бежать? А, это тут еще, блин. Вспоминаю, где они лежат. А мне на кацианин жалко, потому что... Он закончится на той платформе. Но если он закончится, ну, ребята, уж извините, я включу этот... Как его? Очки ночного видения, а что делать? Хотя бы эвакуацию сделать, а пистолетом я так и не понял. Да вроде же должен во всех уже попасть. Сейчас посмотрим. Два задания нам зачтет или одно. Так, 39. По идее, здесь все, да? Погнали, делать. Так, нет. Что-то он нам опять не зачел. Ну, пойдем пока вот так поубираем. Пока эти к нему побегут. Сейчас мы его туда кинем. Ну, ради интереса, правильно? Попробовать же надо было. И вот эту приманочку. Пускай они... Смотрите, как это сделаем. Тык-т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 ык. Сейчас же кто-то ж подойдет, правильно? На проверочку. Главное, мне не спалиться. Вон, сейчас кто, смотрите, дотронется, нет? Трогает. Еще. На! Готовченко! Вот так это делается. Блять, промазал. Там их прям до хрена. Все, только из пистолета сейчас получилось. Блять, касатка. Да что ж ты такой косой? Меня же сейчас спалят. Охренеть, 7 патронов. Вот пускай другие теперь бегут. Так, все, по эвакуации что же, все, походу. Мне вообще-то надо было накидывать на той платформе. Вот так. Вернее, вот та палуба самая, блин, хреновая. Давайте вот этих уберем, чтобы они на помощь не прибежали. Вон наверху пошел. Ох. Блять, промазал, жалко. Давайте вот этих. Что мы сделаем? Мы вначале вот сюда кинем гранату. Пускай они туда бегут. Вот так. Типа граната там. Туда же мы кинем приманочки вот сюда. И сюда же вот эти давай. Блин, ну что ты?
Все. И пошли забирать зениточки, да? Не знаю, поможет, не поможет. Я хочу здесь, знаю, что здесь мина есть. Ее сразу обезвредить, потом не нарваться. Ну, конечно, я... Блядь, это что за херня? А сюда я могу, интересно, кинуть еще? Нет. Не могу. Ну, пошли тогда. Вон, чувак, чел один побежал. Вот он еще. Козлина прибежал. И есть, хорошо, не помогли мне. Давайте вон туда гранатку кину, раз. Пошла такая пьянка. Гранаты. Иногда лучше помогают, чем были по ней. Видите? Тот козлина может меня увидеть. Так, а тот ушел, да? Еще сверху. Блять, один патрон. А если там два будет, то мне будет хамбес. Так, там сколько? Один, да? Я не знаю, все я сделал задания, не все. Выделываемся. Ладно, заходим. А то я что-то уже по времени запутался. Успевал и не успеваю, там 23 минуты. Или 24 надо было. Ну, мы сделали его, да? Ну, так сильно не напрягаясь. Но все-таки хотелось-то получить 5, 6. Да, мы сделали 7 из 7. Ну, можно было еще поиграться до 23 минут. Я переживал за время, как бы. Ну, все сделали. Ну, видите, я показал, как бы, и... дымовые гранаты это очень хорошечно отвлекают. Вот те приманочки можете. Это кому как пригодится. А вообще, я же говорю, для фарма ресурсов, кстати, я просмотрел, что там дают. Давайте посмотрим, то я поспешил. 1685 ценных металл дают. А так, кому надо... Ой, полыни, видите, здесь сколько вот в этом, как раз таки, на этой платформе. Отлично, полыни дают 820. Это все интернет-ресурсы. Под обычные ресурсы вы идете, убираете, выключаете интернет и пошли в домашние сети, короче, рубить. Берете ботаника и ботаником бегаете, собираете. Ну, в два раза или в три раза больше ботаником дает ресурсов травы именно. Так, и что еще? Ну, все вроде бы. А кому, говорю, просто фармить, просто берете автомат или убиваете их и все, и не делаете 7 из 7. Кому надо только это, кому надо фармить. А кому нужны вот эти деньги, чтобы купить что-то, ну, то есть здесь, вот, допустим, вот эти вот потратить очки за события. Ну, я, допустим, потратил на солдат, я их уже купил. Все, кому нужно что-то это, тогда уже делаете вот эти задания 6 из 7, 7 из 7. Опять же, не обязательно все делать, прям трудно и на разных платформах. Можете на одной любимой платформе делать, которая у вас лучше всего получается, зарабатывать эти очки. А для фарма, я объяснил, берете прям огнестрелку и пошли направо-налево фигачь. Вам какая разница, вам главное в дверь зайти и все, и вам фарманется это задание, эти ресурсы на этом задании, и все. Так что и не парьтесь, и не напрягайся. Ну как-то так, все, канал Багров, все для наших новичок, всем удачи, хорошего настроения, все вроде бы подсказал, рассказал. Все, у кого вопросы, вы знаете, куда обращаться, ко мне, комментируем. Подсказываем, спрашиваем все, что знаю, отвечаем. Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока, увидимся, услышимся. Как обычно, прощание, гав-гав. Чао.